Привет всем добрым людям, с вами Елена на своем канале «Мой сад воплощения мечты». На Медне побывали в моем любимом садовом месте в Москве – аптекарский огород. Посетили аптекарский огород. Я всегда в бешеном восторге от посещения этого места. Считаю, что это самый стильный, самый классный, самый мой любимый сад в Москве. Ну, по крайней мере, из тех, которые доступны каждому. Любой из нас может прийти и насладиться всеми садовыми изысками. Очень изысканное место. То есть очень стильное. И сейчас уже ноябрь, и, в общем-то, большинство растений уже спит. И фотографировала я, и, в общем-то, даже специально ехала туда, чтобы сфотографировать металл в саду. Как они используют металл. Там достаточно много таких вот моментов, где есть металл, который мне нравится. К сожалению, уже вечерело, и сфотографировать все, что мне хотелось сфотографировать, мне не удалось, не все получилось. Но какие-то моменты все-таки мне ухватить удалось. И именно металлические. Но не только металлические. Конечно, я фотографировала какие-то вещи, которые... Какие-то моменты, которые мне прям вот очень хотелось. Но тема данного ролика – это именно металл в саду. Именно вот металлические, именно вот винтажные конструкции, которые используются достаточно широко в этом саду. И мне это очень нравится. Ржавый металл, все такие вот вещи. Давайте посмотрим, давайте сделаем акцент именно на металле.
Друзья, сейчас раннее утро. Я только что смонтировала это видео. Хочу поделиться с вами своими мыслями по этому поводу. Знаете, бывают такие сады, они как книги хорошие, или как фильмы хорошие, которые можно смотреть, читать много-много раз. И каждый раз находить что-то новое для себя. Что-то интересное, о чем-то думать, какие-то выводы делать. Это же так чудесно, когда есть такие хорошие вещи в жизни. Книги, фильмы, сады. Прекрасно. Мы с вами счастливые люди. У нас огромный простор для творчества. Мы можем создавать что-то. Сад в ночи. Да. Хочу, пожалуй, снять я сегодня садик свой. Зимний уже, можно сказать. Середина ноября. Для Подмосковья это зима. Поэтому можно сказать, что уже зимний. Хотя снега еще нет. Но обещают снежок нам. Ну а следующее видео будет про выставку хризантем. Обожаю хризантемы. Все, друзья мои. Выращивайте сады, выращивайте цветы, создавайте композиции, украшайте свой мир. И будьте счастливы. Пока-пока.